Всем привет, с вами Владислав, интернет-магазин «Кораблик Рыбака». В этом видео сделаем тест-драйв кораблика для рыбалки «Тигр Про» с GPS-автопилотом нового поколения и эхолотом «Лаки». Итак, двух слов про кораблик. Размер его 70 сантиметров. Впереди у нас две фары и габаритные огни белые. Большой сервисный люк быстросъемный. Поворачивайте и открывайте лючок. Под люком у нас находится аккумулятор, который можно заменить на запасной, который покупается отдельно. И также обслуживаемая ходовая система кораблика на бисквитерном двигателе. Две кнопки. Одна включает кораблик, другая эхолот. Антенна для эхолота. Ручка. Бункер здесь на 1 кг прикормки. Габаритные огни. Шторка у нас подпружинена. Вот. И защита из нержавейки. Большой руль, который позволяет кораблику задним ходом поворачивать направленно. То есть я покажу дальше на видео на воде, как он поворачивает. Пульт и эхолот.